На ремонте стиральная машина Indesit, модель XWSA610517. С поломкой включается, работает, все загорается, начинает работать, а барабан не крутится. И слышно, как там клац, 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 какие-то рюльки клацают, значит, она пытается крутиться то в одну, то в другую сторону. Ну, команда отдается, а барабан все равно не крутится. На отжим тоже не крутится. Ну, первое, что приходит на ум, это двигатель, а самое легкое, что приходит на ум из двигателя, это щетки. Поэтому сейчас переворачиваем на бок. Итак, перевернул на бок, и вот щетки, которые необходимо проверить. Щетки откручиваются, вот два винтика с одной стороны и с другой стороны. Вынимаем и смотрим. У меня, ну там пенечек вот такой из щеток вылазил, а должен быть вот такой у нового. А вылазило всего вот так. Поменял щетки, и все работает. Щетки заказываем для стиральной машинки, просто в интернете. Индезит такой-то, такой-то. Смотрим на форму. Тут просто такие крылышки, где вкручиваются винтики. Они могут быть прямо ровно расположены, могут криво по вот этой штуке расположены. Смотрите, и вот хвостовик может выходить вниз, а может назад выходить, в бок. Сбоку может быть хвостовичок, это играет роль. Ну и там под самой щеткой такие два пиптика, которые входят в корпус, направляющие такие. То есть по форме они разные, поэтому подбирайте по фотографии, по размерам, ну а лучше просто по модели своей стиральной машинки. И не важно, какую вы машинку ремонтируете, по модели выбираете щетки, ставите, и все, теперь все работает, выжимает, крутит и работает. Вот такое короткое видео. В принципе, ничего сложного. Обыкновенный крестовой. В данный момент на этой машинке крестовая отвертка. Но может быть и звездочка. Все зависит от модели стиральной машинки. У меня была крестовая. Подписывайтесь на канал. Это важно для продвижения канала, чтобы его могли смотреть и другие люди. Не только вы нашли этот канал, но его будет найти сложнее, если подписчиков будет мало. А если вы делаете по-другому, напишите, не возмущайтесь, а просто напишите это в комментариях, как вы это делаете, для того, чтобы тот, кто смотрит этот канал, мог прочитать и тоже использовать ваш опыт. Всем мира! На данный момент это очень важно для меня, да и для всех. Подписывайтесь на канал и увидимся на канале.